Итак, здрасте, дорогие друзья, с вами снова Косями Санучарли, и мы продолжаем проходить дополнение в Сумерках с Брэндоном Торпом и Джулианой Рок. Итак, напомню, в прошлой серии я все-таки решила устроить костюмированную вечеринку дома. По идее, у нас должна была дома пройти хэллоуинская вечеринка, но такое не получилось, потому что Аня дебил, в общем, да. Напоминаю. Поэтому мы вдогонку провели эту вечеринку у себя дома на следующий день после вечеринки нашего прекрасного друга, мажора, Джонни Джонса. И, боже мой, на это... Это именно вечеринки, вот этот прекрасный пупс, которого зовут Эштон, Дэвид Эштон, боже мой, оказалось, что он стал знаменитостью. И, кстати говоря, пока я тут копалась, оказалось, что у нас, оказывается, еще Хэмлок знаменитостью стал первого уровня. И я вот думаю, он стал от нас знаменитостью, хотя мы, собственно, с ним чуть-чуть знакомы. Я пока точно не могу сказать. В общем, оказалось, что у нас в друзьях две знаменитости. Вот что значит иметь друга в киноиндустрии. Вы знаете, это как-то здорово, прям. Один в киноиндустрии, а другой в политике. Очень даже как-то... Ну, прям замечательно, что ли. Актер массовки, я такой не могу понять именно какой-то уровень, первый там или третий, потому что, скорее всего, они оба не выше пятого. Но как бы то ни было, да, они в этой профессии, они в этой сфере живут. Это прям замечательно, это нам абсолютный плюс. Так я еще хотела отметить, кстати, вы помните, меня немножко же заглючила Джулианка в предыдущей серии, в конце предыдущей серии, и оказывается, смотрите, я тут включила игру, и оказывается, она сидит за синтезатором вместе с тарелкой, ну что, здорово. Милая моя, ты не хочешь встать? А, все, теперь она пропала. А ты куда пропал? А, нет, все, нормально. Значит, ей сейчас нужно поесть. В принципе, да, Брэндону бы хорошо поспать, в конце концов. Кстати, выгони вот этого, потому что мы стали в прошлой серии с ним врагами. Да, напомню, стали врагами, так, другое, просить уйти, вот, я просто попрошу его уйти, скажу до свидос, мужик, и будем с вами спать. Ух, сколько у тебя прям действий стало, вот. Боже мой, я до сих пор пребываю в таком непонятном вообще состоянии. У нас, оказывается, у нас Брэндон звезда, блин, звезда первого уровня. Вот так неожиданно мы с вами стали звездами. А я-то думала, мне еще... Ой, господи, много для этого нужно будет всего сделать. А что, он не хочет на нас это, взглянуть, посмотреть на нас? Так, тогда Джулианка тоже должна... А, принять... да, чуть сказала ванну, в общем, да, принять... господи, сходить в туалет, вот что хотела сказать. И тоже будем спать, да. Вот какие мы с вами. А, подождите, а что на... А, нет, это вот этот ушел. Я сначала подумала, господи, куда ты... Как будто это... Я сначала подумала, что это Джулианка, в общем. Так, ладно, все, мы спим. Точнее говоря, вы спите. В принципе, ладно, Эштон, так уж и быть. Оставайся у меня дома. Потому что ты мне очень прям помог. Я прям польщена. А сейчас мы спустимся с вами вниз. Я хочу кое-что очень вкусное здесь забрать. Оказалось, все-таки на нашу вечеринку наши пупсы прекрасные, точнее говоря, гости, они принесли ням-няшки. Ням-няшки, дабы, чтобы это не пропадало у нас тут вот под дождем. Мы, конечно же, заберем это себе в холодильник. Почему бы и нет? Кстати говоря, мне до сих пор мучает идея. Я хочу создать действительно тут в доме внизу, да, сделать участочек такой небольшой, маленький, сделать такой гараж, который мы бы с вами могли репетировать. В конце концов, мы действительно с вами еще такая гаражная группа. Вот. Было бы очень даже неплохо. Подождите, только у меня еще два гостя оказываются дома. Ужас какой. Ну ладно, хорошо, пусть она тогда... Что? Она уже плохая? Блин, ну блин, блин, моя еда, как же это так? Ладно, зато мы это, конечно, с вами убрали, это хорошо. Кстати, а чуть-чуть у меня тут две эти, как-то очень даже странно. Ну что, столешница, в принципе, у нас есть, есть где поесть. Вот, потому что я сделала, я вот домофона впустить, да ну нафиг ты мне что-то сдался, что ли, а? Я до сих пор думаю, что он папарацци, но... Тем более, да, потому что если у нас Брэндон стал звездой... Вот, кстати, отличная вечеринка, легендарный хозяин. У нас такие супер-пупер-мудлеты. Также у нас мудлетики появились. Да, от ваших подарочков у нас там было, по-моему, 300 с чем. 309, да. И вот где-то 569 вы мне помогли раздобыть для моих бедных, несчастных бомжиков. Подождите, а что она выносит тут? О, вы только посмотрите. Джулианка выносит мусор, какая прелесть. А ну да, мне непривычно, кстати, то, что они мусор выносят на улицу, да. Я еще думаю, куда она пошла, правда?
Мил моя, спать, все, у нас бодрость вообще падает. В принципе, у меня сейчас план. Брэндона отправить нужно будет работать. Если он так круто зарабатывает, то это грех не отправить его работать, как он выспится. Слушайте, ребята, они опять спят у меня. Они опять у меня сейчас целый день опять дрыхнуть будут. Точнее говоря, не целый день, в смысле, всю серию. Да, отлично, значит, ты пришла. Так, ну это продавать, да, мы не будем. Это мы не можем просто продать. Тут у нас 6000, я пока не знаю, что именно тут с этим можно сделать. Ну чё, они, в принципе, только спать хотели, и всё, оба. Да, все замечательно. Так, значит, вы пока спите, а мы понаблюдаем за прекрасными видами, хотя не получится, да. Они тут настройки такие сделали. О, боже мой, Бриджпорт, как ты прекрасен. Даже в такую ужасную погоду. Я напоминаю, у нас осень. Один день до зимы? Один день? Да ладно, ребят. Ребят, нифига себе. Что-то как-то быстро, нет? Мне это кажется? Или как-то... Внезапно. Может, надо было подольше поставить осень? Но все-таки как-то Бриджпорт, осень, такая романтика прям. Вот, тем более мы как-то с вами не были, все-таки не побывали на участочке я там. Ну, хотя мы и не играем с вами, конечно, во времена года, но как бы то ни было. Вот. Конечно, главная наша миссия — это вот именно развиваться, развиваться как группа, прокачивать навыки. А сегодня... О, да ладно, игры на гитаре тебе чуть-чуть осталось, а ты дрыхнешь. Прекрасный мой. Все, мы будем с тобой заниматься, как ты встанешь. Хотя ты встанешь, в принципе, уже скоро. Она тоже скоро встанет. Это замечательно, мои хорошие. Так, суббота. У нас сегодня суббота, воскресный день. Отлично. И идем вниз. У нас должна ждать нас уже корреспонденция. Вот он наш пупсик, который ее принес. Отлично. Привет, пупс. Ты еще не загрузился? Ничего страшного. Кристиан, фой, прелесть. Итак, дабы не спускаться, я сразу им запихну. Ей. Вот, она, значит, проснется, помоется, и мы попробуем с вами почитать, что же есть интересного у нас сейчас. Искать события недели, завести, искать питомцев. Кстати, мы можем попробовать, например, с вами. Это правда интересно, если бы у нас был какой-нибудь питомец, например, как вы думаете? Вы бы хотели увидеть питомчика какого-нибудь, там, я не знаю, например, киску, или, да, такого маленького кошака, или, например, собаку. Мне очень нравится порода доберман, например. Давай, 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 я знаю, ты сможешь. Кстати, подождите, а у него 6-й уровень? Что? У него сейчас будет 7-й уровень, а у него есть 6-й. Ё-моё, ну, Брэндон, ну ты прокачиваешься прям, мама, не горюй, вообще. Ребят, нет, это правда очень круто. Осенний салат, супер. Сейчас тогда... Да, мы тут не будем прокачиваться, потому что так не прикольно. Давай проверить почту. Давайте посмотрим, правда. Ну, не знаю, конечно, ладно. Проверить почту и попробуем, например, с вами свидание в интернете. И редактировать профиль, я думаю, ладно, нет смысла. Просто проверить сообщение, да. Я просто вспомнила такой классной вещи. Я не преследую цели там никаких свиданий. Просто дело в том, что эти свидания, что хорошо, просто даже, например, если как друзья. То есть так повышает навык того, то, что мы по большей части с кем-то, может быть, встретимся и так далее. Вот, потом, конечно, пойдем зарабатывать. Вот у нас тяжелая жизнь нашего фронтмена дает о себе знать. Давай, 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 прекрасный мой. Ты уберешь за собой? Ты моя прелесть, ты такая самостоятельная. Прелестно. Давай. Значит, и сейчас мы... Да, все, сядем за компьютер, потому что, да, нам нужно зарабатывать. Я хочу развить... Я хочу сделать, закончить у нас в доме ремонт. Потому что тут вообще какая-то непонятная вообще у нас дома планировка. Дурацкая просто. Так, этот грёбаный телефон, а. Вот, я, кстати, хочу убрать все-таки эту дверь. Я считаю, мне кажется, вот эта вот вещь, она лишняя. Как вы думаете? Вот я считаю, что она лишняя. Вот, я считаю, что ее нужно убрать. Конечно, дверь классная. Дверь очень прикольная. Может быть, ее не стоит, да, убирать так. Вот, мы просто вот это уберем сюда, а это поставим сюда. Вот не надо, ля-ля, все там нормально. Вот, значит, тут с этой стороны у нас вроде бы ничего не было, да? Тогда отлично, мы просто удаляем эту стену и за нее получаем деньги. Отлично, 300, нифига себе, ну, между прочим, это очень круто. А в дальнейшем потом я уже сделаю там и лесенку, и второй этаж, и так далее, и так далее. Ну, потому что, правда, не прикольно получается, а то как-то я им делала-делала, они встали тут и что-то как эти. Что? Я не знаю, зачем вы отвечаете на мои сообщения, вы ничего не говорите по теме, а лишь оскорбляете меня. О, боже мой, как-то нарвались. Как слоги в одном слове, слоги. Что? Что?
Кажется, ты с юмором, и хотелось бы... Подождите, подождите, жалко, их эти не загрузились немножко, я пока понять не могу, кто это. Катрина, кажется, ты с юмором, боже мой. Боже мой, откуда это вообще? Обязательно позвони мне как-нибудь. Меня зовут Стелла, мы можем быть друзьями. Ну хорошо, мы можем быть друзьями, но не более. Можешь сказать, что я свихнулась, но думаю, тут есть совпадение. Позвони мне как-нибудь. Надо проверить тебя. Думаю, мы были бы прекрасной парой. Ладно, я пока... Да, я пока повременю. Ой, это Брэндон Друг, а при этом встретить кого-то настолько же знаменитого... Что? Подождите, так это Стелла была знаменитостью? Или как она? Стелла же, да, была? Стелла. Все. Ну чё, в душ, давай душ. Давай. Отлично, значит, пока ты в душе. Угу. Отлично. И тогда сходим с тобой заранее в туалет, дабы потом мы с тобой не бегали. А то я знаю, у вас извечные потребности. Отлично, прекрасный наш душ, хороший душ. Супер, значит, все. Типичные, каждодневные проблемы с тобой решили. Господи ты, боже мой. Ладно, потом мы с тобой вздохнем. Что? А, мне просто как-то... Иди фикс эту группу, конечно. Осенний салат мы с тобой сделаем. Ой, поедим. И можно будет сделать, например, вафельки. Ведь она может делать. Лучше побольше еды, да, сделать и все. О, это что такое? Сообщение на форуме. Те, кто склонен козлу, радуются неудачам и бедам окружающих. Ты моя прелесть, бякушка такая. Соркс. А, подождите, то есть они даже, если они друзья, то есть они не могут. А, она хотела же вымыться, правильно? Блин, Брэндон, блин, она хотела вымыться, и все ее действия, блин, все действия пропали. Ладно, так тогда сделаем. Я надеюсь, сейчас я не забуду. Давай, подождите, а почему он ее выселил? По сути, она должна была ведь. Ведь ему же не нужно, не знаю, чистить зубы. Иди к тебе, чистить. Такала? Это ж надо не такое имя иметь, а? В общем, давай спускайся вниз. Точно, я для него вот эти действия повторю. Читать, узнать события недели, питомцев, допустим, искать. Завести питомцев, не-не-не, не из приюта, из которых можно приютить, вот. Которых можно приютить? Давай-давай-давай, спускайся, прекрасный мой. О, у нас, оказывается, такая хорошенькая погода, вы только посмотрите. Прелесть какая. Зю-зю-зю, ля-ля-ля. Прелестно. Опять ты в этих, в домашней одежде вышел, а? Брэндон, и как ты будешь зарабатывать у меня? А вот так и будет. Он, по-моему, по сути, вот он стоит, он себя комфортно чувствует. Ладно, мы должны быть в верхней одежде, по идее. Ну, наверное, потому что я не знаю. Я не знаю, ребят, конец осени, 14 градусов у нас. Как-то, что-то как-то даже тепло, что ли. Играть за деньги, отправиться с персонажами. Давайте вот так попробуем. Будем с тобой играть. Все. Здесь так отжигают, меня просто в жар бросает. Подождите, подождите. То есть хотите сказать, это же клуб процветания? А ну конечно, тут в жар его бросает клуб процветания. Прости, прекрасный мой, но нам туда... Хотя подождите, там же, наверное, с первого уровня мы можем проскочить, да? Даже ведь, ребят, ведь по сути это реально сделать. Подождите, она что, не вздохнула? Да, давай, Брэндон, давай. О боже, это что такое? О боже мой. Это что у нас тут такие личности прям ходят? Обалдеть не встать, а. Обалдеть не встать. Это тебе не холодно? Походу ей норм. Ну просто так вот она вышла погулять из такси, мало ли. Может ее ограбили там в машине, пока она ехала до клуба. Блин, а. Какой ужас. 36, ну чё, мы отлично с вами уже зарабатываем. Правда, нам еще, конечно... Какая красота. Тут, я так понимаю, тут дерево, да? Должно быть. Блин, это мой прекрасный. О, боже мой. Как это все красиво под музыку. Ох уж этот Бриджпорт. Романтика. Урбанизма. Ну что? Давай. Чё ж ты там читаешь так долго? У нас день подходит к концу, так что давай, иди сюда, и тогда, наверное, мы с тобой сбегаем еще в клуб процветания. Брэндон нас пропустит, он просто, если честно, он обязан это сделать. Лучшее место... Спортивный район? Да ладно, ну я не знаю, есть ли смысл опять идти туда, к этому Хаймлиху Шимми, или как он там, потому что как-то он меня обидел, он меня очень оскорбил, ребята, все. И да, я обиделась.
Ночной клуб, бар Водолей. Угу. Водолей бы мы, в принципе, с вами прошли. Но мне все-таки интересно сюда сходить. Ладно, давайте тогда пойдем сюда. Клуб Процветания сходим с вами. И тут как у тебя дела обстоят? Что-то как-то вообще... Профессиональный опыт у нас хромает. Семья Шаттер сообщает, что у них есть кошка. Вы можете... Подождите, я же не то сделала, да? Искать которых можно приютить. Блин, точно, надо было сделать... Да, надо было сделать из приюта. Итак, бежим с тобой, бежим. Ну что, нас встретят тут нормально, я думаю, теперь. Теперь они просто обязаны нас пустить. Аня, злой гений. Иди сюда. Так, и ты иди сюда. Ну, потому что мне правда интересно. Блин, она так и не вздохнула. Прекрасная моя, это что такое? Ты так и не вздохнула. Обалдеть, не встать. Поступила порог коктейль-бара. Она навсегда запомнит. Она-то запомнит, и я тоже запомню. Я надеюсь, конечно, нас тут нет. Не под затмешалка, если честно. Так, значит, так, узнаем. Подождите, мы не можем? Установлено ограничение второй уровень знаменитости. Ну, ёшки-матрёшки. Давайте, ладно, давайте спросим ее. Подождите, ребята, что так такой тухляк? Тут сказано, что тут, типа, сегодня клевое место. А? Ребят, это что такое? Нет, она сказала нет. Все, как хочешь. А как тебя зовут? Понятно. В общем, нас послали далеко и надолго. Вы должны быть знаменитостью, чтобы попасть... А я кто, по-твоему? Я знаменитость, а ты? Так, ну ладно, у нас первый уровень, а здесь у нас, по-моему, похлеще будет. Да, все, тут капитальный вип-зал. Вот хоть ты тресни, а... Вот что же мы сюда пришли и почему этот бар пользуется популярностью? А горе оно все синим пламенем, да, ребята? Мы пойдем отсюда, потому что Катрина Пал. А давайте с ней познакомимся. Приветствую, знаменитость. Мы, смотрите, мы с вами одни и те же. В принципе, что-то я не помню ее, кстати говоря. Ну, такая ничего, я правда симпатичненькая. Хотя нет, подождите, Пала. Вроде бы по фамилии могу что-то вспомнить. А где она? Она уже наверху? Да ладно. Нет, подождите, она не сможет тоже войти, это бесполезно, ребят. Так что давай мы с тобой наконец-то вздохнем, потому что я думала, что ты уже вздохнула без меня. Оказалось, что она как-то не смогла этого сделать. Выслушать, давай не будем ничего слушать. Мы с тобой спускаемся. Все, иди сюда. Отлично. Поприветствуем знаменитость. И, по идее, мы должны с вами... Что? Что, ребята, подождите? Нет, подождите. А, все, все нормально. Я уж в этом мало ли, а вдруг у нас второй уровень уже. Поздравляем, Брэнд достигает такого уровня знаменитости, что может общаться с другой знаменитостью, которую зовут Катрина Пала. Встретить кого-то настолько знаменитого приятно, в общем. А, я благодарю, что хотя бы хоть как-то я тебя впечатлила. Вот. Так, допустим, смешно, ладно, я не буду. Давайте, в общем, болтать. Они умеют болтать вместе. Это все будет, я думаю, замечательно, отлично. Все это супер. У нас как-то более-менее. Блин, ну я благодарна из-за этого именно этому Эштону, потому что если бы не он, у нас не получилось бы этого вообще. Расскажите снова подольше. Так, давай поговорим о музыке. Вдруг что-то они узнают, потому что, смотрите, она уже знакома и скоро может стать нам даже подругой. Да, нам просто достаточно немножко поговорить и все. Поговорить о школе, спросить о карьере. Вот, отлично. А с тобой мы можем отправиться... Куда можем отправиться? Стрикингом. Вот она только стрикингом может заняться. О, только посмотрите. Она поняла, что среди звезд она чувствует себя некомфортно. Беда Джулианка, Брэндон, ты должен ей помочь в этом. Все, Джулианка, я чувствую, что мы должны с тобой сделать... О, дать пощечину? Да ладно, ну, вообще-то я бы хотела это увидеть. Ладно, следующий, если у него будет сейчас желание дать пощечину, я не буду так тогда. Ну, как бы я не уберу его. Ладно, Джулианка, все, мы должны с тобой взять в оборот Брэндона, потому что нам нужно быть знаменитостью. Потому что он единственный, с кем мы можем с тобой... Подожди, а как мы можем войти? Он единственный, с кем мы можем как-то вообще взаимодействовать. А, понятно, это уже уходит. Ну, блин, обидно. Да, нам только смотреть, она стоит. Блин, Джулианка, я надеюсь, ты не рехнуешь. Нет, а то мало ли, всякое в жизни бывает у нас. Я просто думала, что если они сейчас чуть-чуть поговорят, то, в принципе, они могут стать друг другу друзьями. Подожди, прекрасный мам, какой нагишом, ты же не проникнешь туда. Я не хочу просто, на самом деле, чтобы она туда шла. Она скажет, да? Она же скажет, где она... И, я думаю, стоит у нее узнать... так, спросить об альма-матер, вот.
Отлично. И сейчас мы с вами сделаем одну бяку. Что? Да ладно! Ребят! Офигеть! Офигеть! О боже, говорят, что бренд Этор получает все больше положительных отзывов на свою деятельность. Имя бренда все чаще слышится в разговорах горожан. Это по какой причине? Подождите, потому что он там ходит по Subway и зарабатывает на гитаре. Поэтому, хотя, да, надо, как говорится, своим фейсом, мордой лица, как бы везде мелькать, чтобы показывать, что ты такая, типа, знаменитость. Вот, именно, скорее всего, именно мордой лица он и пытается достичь. Да, как-то вот что-то у нас получается, что не творчество мы с вами зарабатываем. Точнее говоря, продвигаемся, да. О боже мой, конфетка бежу. Господи, я вижу, какая-то конфетка-то. Все, теперь она ему подруга. Ну, конечно, после такого, когда она... Так, что же мы с тобой сделаем, Джулианка? Как ты думаешь, давай сначала восхитимся музыкой. И что сейчас произойдет, если мы сейчас наконец-то стали с вами второго уровня? Блин, ну, Катрина Павла, спасибо тебе большое, то, что ты появилась на горизонте. Потому что только благодаря тебе мы стали знаменитостью второго уровня. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Так, понятно, он уже весь такой светский разговор. Давай, 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 поговори с ним, ты же лучшая подруга. И никакого взаимодействия не получилось. Джулианка, Бренда знаменитость. Ну это просто. Дружески обнять. Говорите о бунтарстве. Хорошо. Хорошо, давай попробуем так. Не беспокойся. Так. И давай тогда поднимемся с тобой, пока время не вышло. Сплетничать о знаменитости попробуем. И поднимемся тогда с тобой наверх. Давай соберем компанию. Вот, отлично. Подожди, а ты кто? Какие личности? Слушайте, оказывается... Алан Стэнли третьего уровня! Брэндон, берем Алана Стэнли в оборот. Побыстрее, побыстрее. Сейчас, я думаю... Все отлично. В общем, Джулианка сказала, что нефиг тут с всякими другими бабами разговаривать. Музыкальная сессия. Ну, это все замечательно, конечно. Как бы то ни было, как бы то ни было. Я пока не знаю, на самом деле, что она испытывает. Адам Стэн владеет некоторыми умениями. Клавишным? Подожди, что-то как-то клавишных слишком много. Эштон тот с клавишными, этот с клавишными. А вдруг он этот пианист местный? Отлично. Отлично. Провести время вместе. Отличная мысль. Где вы обычно развлекаетесь? Это он ее спросил, да? Потрясающе. Отлично, где мы развлекаемся? О боже мой, господи, это боже мой. Только посмотрите, какая у него обильная волосатость. Жуть. А почему вампир? Недружелюбный вампир, там вообще-то оборотень был. Ну, давайте, 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 топайте. Отлично, мы все в лифте. А, она тоже с нами? Ты смотри. Джулианка, тебе глаза выколи? Она еще та. О боже мой, у кого телефон? Так, ладно, попытка не пытка, это второй раз. Ведь, по сути, он ее может пропустить как-то с собой, нет? Подожди, 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 мы не должны его упускать. Поговорить о дожде. Нет, 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 поприветствовать, вот, поприветствовать знаменитость. А, все, нет, стоп, 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 ребятушки, ребятушки, сейчас, сейчас. Просто, я не знаю, ну это, блин, это реально-то. Ладно, подожди, еще ничего не случилось? Давайте поднимемся наверх. Джулианка, а, она пока в... О, боже мой, она хочет в туалет, а я даже не знала, блин. Ну ладно, она пока хорошо справляется без меня, это, конечно, супер. Ладно, давайте переоденемся, потому что у нас такое приличное заведение. Так, это прям святой одеть официальную одежду. Что? Что? Я не подхожу ему? Чувствует себя несколько плохо. О боже мой, о боже мой. Произнеси впечатление, о боже. Говорить о достатке? Да, я тебя явно не впечатлю. Не в этот раз возвращайся, когда сможете произвести на меня впечатление. Ну, ёшки-матрёшки, как ты думаешь, как я могу у тебя произвести впечатление? Что ж такая бяка, а? Давайте тогда поговорим. Оценщик произведений. Группа. Давайте так. Хотя я чувствую, у нас будет так же, как и с тем мужиком. Рассказать друзьям, да ну нафиг. Ага, это ему понравилось. Говорите навыки барабана. Отлично. Подождите, подождите, а где она? А, понятно, она здесь. Надо тогда попробуем, в общем, гигиену, что ли, повысить. Беда, Джулианка воняет, что же это такое? Отлично. Отлично, просто супер. Вау, только посмотрите, она нас сфоткала. Вот это нонсенс.
Wilbur. Ух ты, это она нам помахала или ему? Я правда очень... Нет, барабаны ему не понравились. Так, Аня прогадала. Ой, подождите. Аня прогадала, барабаны не понравились. Политика? Может, типа политика понравится? Ну, всякое в жизни бывает. Изготовление нектара, например. Блин, да что ж ты такой весь? Так, ладно. Прививочку нам сделать бы с вами. Устроить званый вечер? Пригласить вечеринку, понятно. Ну, ё-моё, ну нам надо с тобой прививочку сделать. Весело провести с компанией, отлично. Отлично, все. Значит, мы с вами узнали, что на музыке, да? Аквалангист, спасатель, наездник, группа. Сказать о группе то же самое, я думаю, не прикольно. Хотя давайте попробуем, правда, вдруг нам получится. Кстати говоря, этот же мужик тоже не сможет туда пройти, там же от 4 уровня. Подожди, только не говори, что она пройдет. Спросите разрешение войти, давайте, может, у него... Тихо. Боже мой, это русская рулетка, ребят, это русская рулетка. Показать видео с котиками. Котиков любят все, мужик. Скажи, я люблю котиков. Что? Предпринимать несколько сейчас настырных попыток писать такой знаменитость, мне действительно, что Алан выходит из себя. Да что же вы все такие, я не... Первый день зимы, о боже. Блин, ребята, я не могу. Ну ладно, нам уже время подсказывает, что нам пора закончить серию. Стойте внутрь, вам не попасть. Ну, что поделаешь, вот так вот оно. Получить этого шибала, ну, конечно, можем с вами подраться, ну, я не знаю, нужно нам это или нет. Вот, ну, блин, это даже обидно, ребят. Ну вот просто нам осталось совсем чуть-чуть. С нами он, конечно, просто так не заговорит, и впечатлить теперь его уже не получится. Не в восторге от того, потому что мы такие настырные. Подожди! Что? Но ты можешь со мной разговаривать? Да ладно, она с ним ругается? Какая прелесть. Ладно, Джулианка, я тебя отправляю домой, потому что нам нужно вымыться. Брентону все нужно это. Я вас не пропущу. Какой ты бяка. Что это сейчас было, а? Он сейчас с ним стоит, спокойно разговаривает. Ребят, что это вообще происходит сейчас? Мне очень интересно, потому что мы не можем с ним сейчас взаимодействовать, но он с нами, оказывается, может. Так, мы пока о чем-то болтаем с вами. Подождите, он не против. А, вслед за предводителем. Что? Ты ему хочешь нахамить? Ладно, все, мы упустили такую возможность. Ну, в смысле, мы упустили этот момент, поэтому, может быть, это даже и нормально. Поэтому, да, все, едем за... Я забыл, да, что она предводитель. Ладно, мы закрываемся, в принципе. Ребят, боже мой, ну ладно, это было бы, наверное, совсем бы очень круто, если бы мы еще с вами второй бы уровень, точнее говоря, да, третий уровень бы еще знаменитости сделали, то это было бы, я вообще говорю, ну, мега круто. Так, мы быстро бежим с вами в душ, потому что, ну, как-то не камильфо вонять так. Мужская компания, как-то ходить, еще это. Так, прочистить. Давай с тобой почистим. Вот, сейчас скоро Брэндон вернется. Ой, ты моя прелесть. Он хочет и в туалет, и туда-сюда. Второй уровень, блин, ребят, ну это очень круто. Давайте проверим журнал знаменитостей. Ну, у нас только начало, самое начало. Ну чё, это нормально. Сейчас будем ходить как раз по тусовочкам, выступать. Кстати говоря, что-то мой агент молчит. Или это нормально? Попасть внутрь? Ну, это ясное дело, ёшки-матрёшки. Давай, Брэндон, топай домой. Вот это ему не понравится. Вот это ему не понравится. Он же хочет в туалет, а у нас он один-единственный. Давай, прекрасный мой Брэндон, давай. Господи, ты через дорогу в баре-то был, ёшки-матрёшки. Нам серию заканчивать, а то в туалет еще не прибежал. Давай, беги в серию. Ой, в туалет. В туалет беги, господи. Что? А как он будет ее воспользоваться? Ладно, прочищать. Ладно, проехали. Наверное, он без меня это все сделает. Слушайте, как... Я не хочу на этом серию заканчивать, а то это будет... Который раз. Господи ты, боже мой, ну что поделать? Главное, мы в туалет сходили. Вот что самое главное. Сейчас мы поедим, потому что мы с тобой заслужили это. Господи ты, боже мой, он скажет, я очищу туалет, а какого фига вообще? Я тут, понимаете ли, деньги зарабатываю. В общем, Джулиан, конечно, попа еще та. Тебе так скажу, прокатиться на коньках на пруду? В каком еще пруду? Тут хотел его тут недавно порвать. Эти сюда вместе с компанией? Да вы столкнетесь тут точно. А, подождите, она играла на гитаре, я так понимаю, да? Ладно, все, мои хорошие, ну что ж. С вами была, как всегда, с новым миссионом Чарли и семья Торп. И второй уровень у нашего пупса прекрасного знаменитости. Пока-пока!